Ариша, что ты здесь делаешь? Я смотрю мультик. Точно. Ариша, а пойдем Максу и Минку поможем найти последний мухомор? Давай. Папа и дочки. Ариша, что же произошло? Лосяш заболел. А что же случилось дальше, Аришка? Дальше Макс и Минк пошли искать мухоморы. Мухоморы? Да. Ариша, они же ядовитые. Для лосей они лекарства. Так, теперь, кажется, я начинаю понимать, что происходит. И каковы успехи, Ариша? Два мухомора нашли. Два? Да. Целых два? А сколько надо? Три? То есть остался один мухомор? Ну что, поможем Максу и Минку собрать мухоморчики? Ребята, третья серия Макс и Минк. Мы продолжаем играть с Аришкой. Поехали! Аришечка у нас Минк, папочка у нас Макс. Да. Ага, я знаю, что здесь, здесь воздушные потоки, меня, кажется, сдувают. Так, подожди. Смотри, я сейчас... Пока не иди. Вот теперь можешь идти. Эй, нельзя подпрыгивать. Ага. Поняла? Так, все, теперь иди вон на тот кубик. Вот сюда, и стой на нем. Ага. Теперь на меня вставай. Подожди. Давай, залазь, перепрыгивай и вниз. Есть! Мы прошли уровень. Мы еще на один шаг ближе к мухоморчику. Следующий уровень. Последний шаг. Не, это еще не последний. Вот это последний. Да там еще куча уровней. Ой, я взлетела. Да. Открой, пожалуйста, проход, нажми кнопочку и стой на ней. Ага. Подожди, я сейчас соберусь. Подожди. Сейчас мне надо будет сначала пробить тебе. Так, дальше мне надо будет перекрыть воздушный поток, чтобы тебя не сносило. Вот, все, я готов. Значит, смотри. Стоп, заберись обратно. Ага. Так. Все, давай на меня. Так, еще один шаг. А, здесь ты не пролезешь, да? Подпрыгнуть можешь? Вперед. А, вот это я сделал дела. Не. Ау! Это чтобы мы с вами прошли. Ну давай, нажми кнопочку, только не отпускай, иначе меня разрежет на части. Подожди. Так, сейчас я пробью дырочку. Так, надо будет все рассчитать. Все рассчитать надо будет, чтобы пройти этот уровень. Ни в коем случае не погибнуть. Так, разворачиваюсь. Так, все. Давай, прошу вас, наступайте на меня. Вот, еще один шаг. Так, сейчас я заберусь. Вот теперь еще запрыгиваем. Ага. Сейчас я сделаю один шаг. Запрыгни на меня. Стой. Теперь еще раз запрыгни. Подпрыгивай. О, отлично. Пока не... Ты сможешь спуститься, нет? Ага, не получается ничего. Ясно, сейчас буду стараться тебе помочь. Давай, прыгай. Так, я сейчас вверх. Ага, застряла. Сейчас подумаем. Так, если я вот так сделаю, ты можешь войти в дверь? Да, отлично, Аришка прошла в дверь. Мы прошли уровень. Эй, ты чё? Давай сейчас. Всё, следующий. Осталось немножко до полной победы. Да, вот это последний шаг. Не, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь уровней осталось. Мы справимся? Да. Да, мы порвём всех. Так, кубики. Аккуратно, они там в кислоту тебя могут бросить. Ух тышки. Давай, пока спускайся. Спускайся. Прыгай. Все пучком. Угу. Еще под вот так. Капочку. Теперь вперед шажок. На мою голову встань. Нет, назад чуть-чуть. Вот так. Вставай на мою голову. Так, теперь подожди.
Подпрыгивай. Еще. Вот сюда, только в кислоту не попади. Ага. Перепрыгнуть можешь? Есть. Молодец, стой. Стой, стой, стой. Я там сейчас тебе защиту сделаю. Я сделаю тебе защиту. Я сделаю тебе защиту. Как? Так, вот, так, вот. Так. Подожди. Вот, на меня. И вот на этот кубик встань, и все, и никуда не падай. Ты такой маленький мостик. Да. Как ты так сворачиваешься? Я не знаю. Так, кажется, я догадался, что здесь делать. Ты просто стой, только стой, только стой. Никуда не ходи. Никуда не ходи. Это опасно для здоровья мышей. Мышей. И червяков, и волков. На меня запрыгивай. Уничтожай кубик. Теперь просто стой, хорошо? Не шевелись. Не шевелись. Так. Теперь пройди на меня. О, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Все, я больше не могу. Еще капельку. Вот так вот, да. Все. Стой на мне. Ой, ой, чуть-чуть сдвинься, чтобы упасть на меня. В эту сторону. Не в ту, Аришка. А как я в эту сторону? Нам надо в ту сторону было сдвинуться. Не в эту, а в ту. Я мы деремся с кубиком. Пока не прыгай. По мне проходи. Вот, да, вот на этом. Вот это уже сложно. Мне кажется, чуть-чуть. Во, вот так вот, отлично. Все. О! Помнишь, как я застрял? Иди. Есть! Мы прошли уровень, ребята, мы справились! Есть! Следующий уровень! Молодцы! Поставьте нам лайк! Мы прошли этот сложный уровень, а мы дальше. Что там, что-то нам, что нас там ждет? Вентиляторы, опять надо что-то логически думать. Запрыгни на вот этот кубик, вот который повыше, да, и стой. Не проходи дальше, там ветер дует. Так, ладно. Ты тяжеленький, а я легенький. Так, все, иди по мне. Сдвинься просто и все, вот так вот. Еще сдвигайся. Видишь, ты на голове ходит Ариша. Ариша ходит на голове у нас. Еще давай. Все, иди до конца. Иди до конца, лети, только не сдвигайся в кислоту. Вот, стой. Стой. Ой. Ой-ой-ой. Подпрыгни. Так, теперь подожди. Вот так вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Не прыгай, не прыгай. Просто иди прямо по мне. Еще, еще. Давай. Подпрыгивай. Сейчас. Давай, давай, давай. Двигайся, 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 Ришуня. Есть! Молодец! Ребята, с первой попытки прошли. Мы молодцы. Ребята, подпишитесь, пожалуйста, на канал и нажмите колокольчик. Подписались? Спасибо. Следующий уровень. Уже 3 надо. Ой, 5, 4. О! Тут не страшно. Может быть, и не страшно. Ну, как-то надо проходить. Не как-то надо. А тебе сколько зеленой кислоты? Мне туда не надо. А что ты сделала? Понятно. Смотри, запрыгивай на эту. Теперь готовься прыгнуть. Готова? Прыгай. Эх, еще раз. Готовься прыгать. Запрыгивайте наверх. Стой теперь там, хорошо? Теперь от меня все зависит, как я прыгаю. Только не вздумай двигаться, я погибну, Аришка. Не вздумай двигаться. Я хотела прямо ломить. Не-не-не-не, я погибну, ты что? Сейчас, 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 сейчас. Все, можешь спрыгивать вниз. Фух. Давай, лети вверх. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Эй. Да-да-да-да-да-да-да! У-ха! Есть! С первого раза! Молодцы! Мы так хотим уже помочь Лосяшу, что мы прошли уровень. Уже 3 раза. Да, пошли дальше. О, это надо 3, и мы пройдем. Конечно. Так быстро. Дальше. За 3 серии. Да, всего за 3 серии мы прошли все. Папа, ты так смешно стоишь.
Знаешь что? Мне вообще-то не до смеха. Так, надо подумать, как вообще здесь проходить. Видел! Подожди, Аришка, тебе надо... Ну давай я сейчас нажму кнопку, но я так понимаю, это вот это открывает. Тебе надо пролететь вперед, а там встать негде. Хоп. И все, и стоишь. Теперь ждешь, пока твой дружище... Уши огромные. Побежит. И... не получилось, это что-то я не то придумал. А, я понял, все просто, ты здесь можешь левитировать, давай. Давай, вперед. Нельзя прыгать, вот, все, виси. К краю не подходи, возле края нету ветра. Нету ветра, ты там разобьешься. Знаешь, что я видела, что я привела. Смотри, вот ты, да. Вот я. Сейчас, Аришка. Вот, все, все, тихо. Смотрите, ребята, она до сих пор левитирует. Все в порядке. Сейчас я нажму кнопочку. И Аришке надо будет лететь. Лети прям в ту дверь. Давай. Да. Мы прошли. Прошли. Дальше. Мы сейчас пройдемся. Обязательно. Мы молодцы. О. Самый легкий? Ага. А ты хоть представляешь, что здесь нужно делать? Да. Не знаю. Знаю. Так, ну давай пока самое ближайшее, что я понимаю, тебе надо пройти вот сюда и здесь ждать. Давай. Все, жди здесь. Не выходи, ветром в кислоту сдует. Так. А теперь можно идти спокойно. Вот теперь иди. Ой, не. А, ну да, иди. Давай, проходи. Поднимайся пока наверх. Так. Ну, давай. Наверх можешь забраться? Все, стой. Все, жди. Сейчас я разберусь, какие кнопки. Стой, Аришечка. Спустись, пожалуйста. Да, ты пока спустись. Сломай этот куб. Да, он мне не мешает. Ариш, не прыгай, пожалуйста. Вообще не прыгай. Тут надо кое-что сделать. А я знаю. Тебе надо по мне пройти. Ты можешь? Да. Запрыгни на кнопочку. Спрыгивай. Переходи сюда. И сюда еще шажок сделай. Все, еще шажок сделай. Вот так, стой. Так, сейчас я смотри. Я нажму кнопочку, и ты залезешь. Да, только не прыгай, там кислота дует. Так что жди пока, ладно? Так, я сейчас разберусь. Что здесь происходит? Я покажу, что здесь происходит. Ладно, я вылез. А я знаю, что тут надо делать. Интересно, ты прям все знаешь. Давай, переходи по мне к кнопочке. Да, ты правильно делаешь. Правильно. И стой, пожалуйста, на этой кнопочке. Договорились? Стой на этой кнопочке. Не шевелись только, Аришка, а то ты меня... Раздавлю. Подчикаешь просто. Так, теперь смотри. Тебе надо будет аккуратно прыгнуть так, чтобы не попасть в эту кислоту, а вот в этот кубик попасть. То есть сходи с кнопочки. Давайте мне поможешь. Ну давай я тобой пройду чуть-чуть. Самый простой тур. Вот. Опа. Все, заходи сама. Давай. Заходи. Сама я кончу. Прошли уровень. Молодцы. Давай. Осталось совсем немножко. Раз и два. И грибочек там будет. Ну, не грибочек, мухоморчик. Что здесь делать надо? Непонятно пока вообще. Последний шажочек. Сейчас я поуничтожаю все вот эти кубики.
пока ничего не делай. Я пока освобождаю себе все пути. Ууу, как сложно. Ну ладно. Аришка, смотри. Тебе сейчас надо дотронуться, ну, пойти к... Сейчас. Подготовлюсь. Ага. Я поняла. Вот по этому кубику. И здесь остановиться. Поняла? Давай. Все три надо было кубика. Четыре, точнее. Аришка, все. Уже не пройдем уровень. А хотя, может, пройдем. Дотронься до этого и вернись обратно. Возвращайся. Ага. Смотри, сейчас ты сдвинешься всего лишь на один. Вот сюда. Пока не двигайся. Вот сюда сдвинешься, чтобы полететь вверх. Хорошо? Готово? Давай, выходи. Выходи. Выходи наружу прям, лети вверх. На один кубик. Да, давай. Эх, ты вышла слишком. Надо было на один кубик выходить. Короче, запомни, что тебе надо освободить все четыре. Дотронуться до всех, до четырех по очереди. Поняла? Да, вот все, готовься. Сейчас готовься лететь вверх. Дотронься до этого, но ничего больше не делай, договорились? Все, не выходи пока. Так. Лети вверх. Есть. Теперь влево. Так, еще. Фух, нажимай кнопочку. Фух. Прошли этот тур. Моя ж ты молодец. А как дальше-то? Как дальше? Да. Стой на кнопочке, не вставай с нее. Очень опасно это. Ага. Папа, мы так давно не виделись. Приветики. Подожди. Ага, отпусти кнопочку. Просто отпусти, но никуда не ходи. Хорошо, верни ее обратно. Все, я пока спасен. Так. Папа, я тебя спасла. Пожалуйста. Так, все, теперь, Ариша, запрыгивай. Подпрыгивай к потолку, иди по мне вон туда. Иди. Вот сюда запрыгивай. Подпрыгивай ко мне. Просто вверх. Вот, все, иди еще. Все, стой. Иди вперед. Стой там. Сейчас я все сделаю. Прыгай вниз. Еще вниз. Еще. Ребята, да, мы прошли уровень. Это был один из самых сложных. Давай, идем к поганке. Сейчас мы эту поганку... Не к поганке, а к мухорору. Не к мухорору, а к мухомору. К мухомору. Это еще что такое? Я понял, здесь не сильно сложно. Нажимай кнопочку. Вот. Отпускай кнопочку. Отпускай. Так. Нажми. Ты всегда только по команде действуешь, Аришка. Только по команде, ясно? Нажимай. Ни в коем случае. Отпускай. Так, пока ничего не делай, поняла? Я уже знаю. Что ты знаешь? Тебе надо пройти вот так? Да. Да! Ты правильно все делал. Я такой молодец прям, да? Дальше отпускать? Теперь отпускай. Подожди, не нажимай. Ой, нажимай, да, все, ничего не делай, договорились? Ага, то я уже была отпущенной кнопкой. С этим туром просто легко. Дальше просто отпускай. Легко. Ни в коем случае. А, все, не наступай. Эх, вмазался в кислоту. Папа, я поняла. Что? Тебе надо перебраться вот так, потом вот так, быстренько вот так. Угу. Ага. Дальше. Все, давай. Все, подожди, только не отпускай, договорились? Сейчас? Нет, ни в коем случае. Ни в коем. Теперь да. Давай. Так, все, пока не шевелись. Совсем не шевелись. Ну, аккуратненько там.
Все, да, давай. Ух, опять не шугулись. Ага, не шугулись. Так, подожди. Шугулиться, когда можно? Можно шугулиться. Так, и все, пока не шугулиться. Не шевели, сейчас. Когда я выберу уже мухоморчик? Ты? Стой, не прыгай, кислота! Вот, теперь на меня запрыгивай. Запрыгивай. Да! Мы прошли игру! Задание такое! Ребята, напишите в комментариях суть или даже сюжет этой игры. Первые попадут в следующее видео. Все получат лайк от канала, кто правильно напишет. Написать надо сюжет этой игры. О чем эта игра, которую мы только что прошли? Лосяш выздоровел! Мы спасли лосяша короля от злой болезни. Смотрите, какой он довольный и сейчас даст медальку нам. Видео. Друзья, вот картиночка. Молодцы, вы первыми ответили на задание в прошлом видео. Все, кто был не первый, получили от нас сердечко от канала. Участвуйте и вы, наши друзья, и тоже, может быть, сюда попадете. А если вдруг не попадете, то обязательно получите от нас лайк. Все, ребята, мы прошли эту игру вместе с вами. За прохождение можно поставить лайк. И все на сегодня. С вами сегодня были папа, дочка, Аришка. Не забудьте подписаться на канал. Всем пока!